Всем привет, дорогие друзья, у нас сегодня The Forest. Давненько не было на канале Фореста. Ну уж так сложились обстоятельства, что обновления в Форесте выходят уж больно скучными, и делать ролики, кстати, по-моему, нет, трупы еще на месте. Кто-то, я смотрю, вот здесь вот трупы вроде бы как были. Нет, все исчезли. Исчезло. Это хорошо. Кстати, я на катере, на лодке. И в лодке тоже можно сохраняться. Это хорошо, но... Кстати, безопасный дом, если кто не знал. Здесь у нас мост. Давайте пробежимся к нашему лагерю. У меня новый лагерь, как обычно. И потом, что мы сделаем? Я спущусь в кратер. Теперь в него можно спускаться. И так как я там сделаю лестницу, и покажу, как там внутри. Внизу, точнее. Если кто не знал, не видел, посмотрите. Дом у нас, как обычно, на зеленом флаге, поэтому идем на зеленый флаг. У меня новая поляна, я особо долго не искал место, где найти новый лагерь, точнее, где поставить новый лагерь, поэтому я стал делать лагерь, где вот прям самолет. Где самолет упал, там и лагерь. Все очень просто. А что далеко бегать? Нам и тут хорошо, правильно? Вот такой вот у нас огромный лагерь. Все в ловушках. Все как обычно по защите. Так, только я вот с этой стороны вообще не зайду, да? По-моему, здесь нет входа. Так, давайте соберем заодно вот эту хренату. Как она там называется-то? Смола с дерева. Так, у нас тут все в ловушках. Здесь все в ловушках. Раз, два, три. Тройная или четверная защита. Вот, кстати, прополз только. Зверюшка. Войти в лагерь можно только вот здесь, поэтому я один раз закрыл дверь и пришлось через забор прыгать. Кстати, дверь теперь закрывается, что я и просил. Разработчики меня словно услышали. Очень прикольно. Очень продумано. Так, холодильник пока живой. Такая вот у нас дорожка тут. Немножко бардак у меня тут в доме. То есть получается, у нас тут и дерево посередине какое-то стоит. Это самое первое. Постройка, в принципе, была от лагеря, чтобы уж как-то развиваться. Здесь у нас еще два холодильника. То есть запасов вообще море. Хотел сюда зайцев поставить. Вроде как они теперь размножаются. Я хотел посмотреть, но пока у нас никто не поймался. Ладно, возможно, еще повезет. Так, что у нас с героем? Пока только есть хочет. Давайте его покормим, чтобы он не сдох. А то я с разговорами забываю. Потому что, вот, смотрите, теперь есть анимация того, как ест герой, это очень круто. Здесь у нас вроде как склад. Хуяк! Здесь у нас склад, ну, тут уже ничего нет. Все построено. В принципе, дом завершен. Здесь у нас еще один эшелон защиты и есть такие катапульты. Давайте популяем, что ли, в кого-нибудь. Правда, аборигенов не видно. Так, а почему у нас не зарядилось? Что за хурма? У нас тут дохера зарядов. Что-то как-то, по-моему, раньше сразу заряжалось. Ну-ка, нет. Смотрите, я беру. Там они как-то хоп-хоп-хоп. И заряжались. Ну, в общем, вот так вот стреляет у нас. А, во. Это, видимо, был какой-то глюк. И смотрите, там есть даже полоска. Траектория полета, но ее особо ни хера не видно, поэтому точно попасть я бы особо не надеялся. Ну, можно вот так запулить. Три кирпича, авось попадет. Так, и отпускаем мы на букву Е. Да, и, кстати, ловушка сразу заряженная. Остается. Здесь у нас дом. Кровать, давайте поспим. Точнее, не поспим, а сохранимся, а то я был на какой-то лодке дурацкой. Итак, кстати, по-моему, освещение немножко, что ли, поменяли. А почему у меня лампочки не горят? А, они, наверное, только включаются ночью. Все, я понял. Кстати, прикольно, ребята, прикольно, потому что, насколько я помню, раньше свет горел вообще похрену. День, ночь, все горит. Поэтому сейчас круто. Вот здесь немножко зафейли на дверь. Приходится садиться. Хотя я тут немножко выравнивал вот лесенкой, чтобы не особо геморроиться. Есть еще комната, но декора в Форесте, как вы знаете, вообще ни хера нет. Поэтому особо что-то строить
не получается. Вот так вот смотрится у нас заграждение наше. Безопасность стопроцентная. Никто к нам не ходит, все нас боятся. И жизнь стала очень-очень легкой в Форесте. Ну, по крайней мере, пока до мутантов не добираемся. Так, здесь вот у нас ловушки. Здесь я вот собирал бревна, стоит тележка. О, зайчик. Что с тобой? Кто тебе так? И вот здесь я начал строить еще один забор. Со всеми вытекающими. Как я люблю. То есть идет сначала забор, затем баррикада. За забором, естественно, вот такая вот хурма. Потом еще баррикада. Здесь можно еще один забор пустить. То есть такая защита, чтобы вообще никто не сломал. Даже если мутант долбится. Хотя мутант долбится, ломает. Но мутанты, как вы знаете, не появляются, если вы не замочите то ли двух, то ли трех главных аборигенов. Так, сейчас только бы вспомнить, где у нас кратер. По-моему, он на пурпурном цвете. Либо тут, либо тут. Я его как-то так отмечал. Давайте посмотрим. О, кто-то нас тут уже преследует, какая-то телочка. Давайте побежим сюда, по-моему, здесь. Если я ничего не напутал, ребят. Надеюсь, не напутал, потому что я вроде как еще помню. Все пещеры помещаем, естественно, флагами, чтобы не забыть, где какой выход. Надо записывать. Так, герой наш опять выдохся. Что-то он слабенький какой-то. Все, я нашел, в принципе, все, что нужно, все эти топоры. Все, что можно сделать. Кстати, зацените на нашем герое это сапожки. Вот такие вот валенки. И у меня есть еще одни валенки. Как я знаю, что это снегоступы вроде бы. И я не знаю, может быть, по снегу он быстрее ходит или тише ходит. Хрен его знает. Они одинаково выглядят, но... Так, подождите, а где другие валенки? А, вот они. Рок. Нет, это кирпич. Вот они. Вот. Rabbit boots. Да выкинь ты этот нахуй кирпич, блядь. Во. Сапоги из кролика. Кто-то мне писал, что вроде как герой быстрее ходит или тише ходит. Хрен его знает. Что-то я ничего не замечаю. Ну, вроде, может, и быстрее ходит. Так, что это у нас? Это у нас лодка. Так, а где у нас тогда? Он где-то тут. Да, значит, вот это вот... Да, там есть дом, поэтому, да, все вот. Пурпурный цвет или розовый. Ну, больше на пурпурный походит. Поэтому... Идем туда. Возле кратера у нас также стоит домик. Построен. И полный спуск на днище кратера. То есть мы сейчас полностью опустимся вниз. Посмотрим, что там внизу. Ну, там внизу... Мутанты и всякая дичь, поэтому кто хочет туда спуститься, будьте готовы. Так, ну герой, ну ты что-нибудь тебе кока-колу попей. Редбул окрыляет, давай, вперед. Так, пруд, пруд. Кстати, надо было бы проверить, знаете что? Вроде как в последних обновлениях теперь можно рыбу ловить через клетку, которая ловит зайцев. Ее, если опустить в воду, то она становится как вроде как клеткой. Ну, не клеткой, ловушкой для рыбы. Надо будет как-нибудь это затестить дело. Ладно, все, не отвлекаемся. Идем к пурпурному. Я вспоминаю те места. Те места, где у нас был старый лагерь. Там теперь полный трэш, поэтому я на старом месте даже не пытался делать что-то. Там очень все перепахали, и неровная поверхность, чисто по ландшафту, очень неудобно. То есть, чтобы выпрямить, если построить ровно дом, там надо столько всего сделать, что придется прибегать к читерным способам. Не всегда хочется этим пользоваться, конечно. Хотя в Форесте уже все перестроено, и делать, по сути, уже нечего. Почему, собственно, серии так редко выходят по Форесту. Обновление-то у нас выходит раз в 25 дней, если я ничего не перепутал. Поэтому раз в 25 дней, в принципе, серия-то будет выходить. Так, ну чё, герой, давай, давай, бегом, бегом, беги. Нам надо еще столько всего показать.
Речка вонючка, хотя вода чистая. Вот если я туда прибегу, вот будет дело. Да нет, вроде все правильно, вот я вижу, как будто уже дырки. Самое главное сейчас не зафейлиться, потому что там есть очень-очень стрёмный спуск. Да, вот все правильно, я пришел. Так, и самое главное, ребята, чтобы... А, вот, все осталось, я вижу, прорисовываются наши леса, поэтому... Все хорошо, я очень боялся, что с обновлением все это зафейлится, потому что... С каждым обновлением, если вы знаете, Forest традиционно что-то меняется и портится. Ну, не портится, они просто что-то меняют в ландшафте, и все постройки ваши могут быть либо выше, либо ниже, либо вообще хрен знает где. Была давнишняя мечта еще построить от одного края до другого лестницу, ну не лестницу, а такой канат возле кратера, но пока это все не реализовано, пока это сделать вообще невозможно. Поэтому я сделал пока вокруг вот такие досточки, ну чтобы хоть как-то было цивильно. Так, смотрите, вот здесь вот есть... Блядь, чуть не упало. Кресло. Так, а где мы спускаемся, ребят? По-моему, дальше. По-моему, дальше. Где у нас спуск? Так, сейчас надо найти его, только спуск. Мы с вами спустимся. Конечно, если вы... Кто вообще соображает в Форесте, мог бы сразу догадаться, что все это строилось не вручную, потому что вы представьте, сколько здесь тысяч... бревен и сколько здесь тысяч деревьев. Пришлось, наверное, нахер, блядь, весь форест вырубить, чтобы все это построить. Поэтому мы прибегали к нестандартным постройкам. Так, вот здесь у нас спуск, если я ничего не перепутал. А, нет, ребят, это здесь у нас спуск. Точнее, здесь даже не спуск, а подъем. Ну, здесь, в принципе, и здесь можно спуститься, а спуск у нас вон. Вот где топор. Вот здесь вот. В принципе, здесь тоже можно попробовать, хотя я бы не рискнул. Давайте пойдем все-таки туда. Потому что я не помню здесь, как идет дальше там постройки. Потому что сейчас я в обычном режиме, и у меня не будет шансов просто, если я туда свалюсь. Естественно, если вы прыгнете, вы умрете. Так, а здесь у меня, кстати, что-то... Ничего нету. Очень было неудобно строить здесь. Я потратил где-то на это все 2 часа, даже с применением читерской постройки. Потому что очень он огромный. Так, и здесь самое главное, ребята, спускаться не по вот этому краю, а немножечко спуститься вот здесь. Так вот сесть и как на горке. Потому что здесь веревочка, если вы видите, забаговалась вниз. А как мы знаем, любимый Forest... Если веревка ниже, чем предмет, то вы нахрен, блядь, в текстуру улетаете. Поэтому здесь не получится. Ребята, спускаемся здесь. Потихоньку. Здесь очень геморройный спуск, ребят, сразу предупреждаю. Потому как вы сами можете представить, какая здесь нахрен высота. Здесь столько метров. И нет, все бы ничего, если бы в Форесте были бы лестницы как-то более сделаны... На более масштабный проект, я бы так сказал. Здесь как-то опасная территория. Вот, чтобы не свалиться нам туда. Давай, 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 давай. Родной, родной, давай. Во-во-во-во. Охереть просто, я думал, упаду сейчас. Это мы сейчас просто идем, ребята. А я еще здесь вот канаёбер состроил. Под вот этими навесами. Падал не раз. И опять строил. Кстати, вот эти вот штуки... Если кто заметил, они без столбов, и это прикольно. Но очень трудно делаются, потому что надо вплотную к текстуре просто зажать вот эту постройку, конструкцию, чтобы она приняла такой вид, поэтому не просто так все. Здесь опять голову накинаемся. Иначе по башке можно тюкнуть себе. Так, у нас вечереет, это самое крутое. Что может быть круче ночью спускаться в этот глёбаный кратер? Так. Спускаемся. Да, все, вот наступила ночь, видимо. Хотя нет, здесь просто нахер темно. Так, если я все правильно делаю, то вот эта веревка. Ой! Чё это я так? Вот видите? Любой лаг. И все. И можно улететь. Просто нахрен улететь. Так, вон там у нас дом, я отсюда вижу. Здесь вроде как бы все по фэншую.
Все очень круто. Так, здесь и никак, да? Вроде бы вот эта веревка. Да давай ты вниз, блядь. Что за ебаный лаг? Ребята, такого не было. Что, теперь нельзя вот так вот? А если здесь? А если здесь? А-а-а, ребят, только не это! Только, блядь, не это. Это самое печальное, ребят. И это... А, нет, не самое печальное, блядь. Знали бы вы, сколько раз я, строя всю эту хреноту, падал сквозь вот эти штуки, застревал в постройках, и пришлось все ломать. Все ломать и заново строить. Давайте сохранимся, чтобы у нас хоть как-то прогресс сохранялся. Дальше покажу вам две пещеры, где тут можно также сохраниться без дома. Там есть прям сохранение. И я бы скипнул. Хотя тут ночи, по-моему, еще нету, да? Это просто вот здесь у нас темно. Или нет, или есть все-таки ночь. Что-то я не заметил, ребят, что происходит. Да, у нас тут ночь. Давайте скипнем ночь, нахрен. Хоть как-то будет немножечко посветлее. Или я наоборот ночь сделаю. А, нет, все, все хорошо. Все хорошо, сохраняемся. Это, конечно, не Outlast, здесь ночью не страшно, но тем не менее. Так, здесь у нас что есть? Я не помню. Как у нас тут дальше спуск-то идет? А я бы прыгнул так. Так, вот здесь спускаемся. Да, вот там вот в левую сторону, если пойти по вот этим вот лесам, вот видно даже, кстати, дырку пещеры. Это раз, и еще где-то здесь есть. Тоже дырка пещеры, там есть туристические эти самые палатки. Так, а где у нас тут веревка-то? Ничего, неправильно прыгнул, что ли? Давай вот так. Туристические палатки, где тоже можно сохраниться и переждать там ночь, день. Сохранить прогресс. Так, ребята, что-то тут пошло не так. Я уже не помню. А, вот сюда. Я надеюсь, что с обновлением не испортил здесь наши конструкции. Все-таки мы доберемся до низа. Очень долго, да? Вы видите, сколько я уже тут пролетов спустился. Я надеюсь, наш мутант там целый. Мы, нам придется потроллить их немножко с высоты. На самом деле, я, ребят, ожидал чего-то большего от этого кратера. Я думаю, здесь какой-то будет, ну... уж супер-пупер крутой мутант, там, не знаю, который никогда не выходил на поверхности, который бродит только тут, который будет кидаться там, не знаю, детьми, там, еще чем-нибудь. Ну, нет. Сына нашего тоже тут нет, даже и не пахнет. Так, чтобы нам такое взять из инвентаря? Нет, нет, книжка нам не нужна. Чтобы чего-нибудь заметнуть, бомбу, может, давайте бомбу возьмем. Да, возьми ты бомбу. Дурень. Во, нормально все. Вот так вот выглядит кратер изнутри. Просто огромен. Я на самом деле что спускался-то сюда? Я думал, здесь, если пусто, никого нет, я здесь сейчас такую базу сделаю, такие дома построю, что все охереют, все просто эти мутанты будут завидовать просто моим проектам. Но тут у них туса, тусня. Они тут тусуются. Они здесь живут. Поэтому особо построить здесь не придется. Вон они, дурики, блядь, стоят. Нате нахуй. Опа, блядь. Разлетелись на куски. Заебись. Так, где еще? Тут я вам где-то ловушки оставлял, ребята. А, вон они. Чтобы вы особо тут не скучали. Кстати, вот здесь вот дверь. За ней стоит мутант. Или даже несколько. Но так как вы уже здесь прошли, она открывается автоматически, ничего там не надо, никакие кнопки, рычаги включать. Все очень хорошо, давайте сюда пройдемте. Значит, экскурсия по кратеру. Так, а я уберу, да? Или нет здесь? А, нет, здесь все-таки глубоко. Здесь, я думаю, что здесь есть... Это... Как сюда попасть-то? Не только так, я думаю, что здесь есть и по водоему можно. Так, что я сюда плыл вообще-то. Можно, может быть, и по водоему попасть. Но у меня, ребята, нет ребризера. У меня нет акваланга, поэтому я не могу дальше туда пройти. У меня здесь прогресс заканчивается. Кстати, а где наши все аборигены-то? Здесь мутанты были, здесь аборигены. Я, конечно, тут и всех помочил, но куда они делись? Они вроде бы как респаунятся. Нет? Двое там дуриков стояло. Кстати, может быть, тут чего еще появилось, нет?
Какие-то коробки. Опасности нет. Давайте порубим коробки. Может, тут что есть? Смотрите, здесь стало как-то безопаснее. Там два дурика стояло и больше никого нет. Может быть, все-таки стоит здесь построить хату? Во! Я купил свою бомбу, которую кинул. Нет, коробки пустые. То есть только вот эта вот коробка. Это мы такую уже коробку знаем. А это что за ящик? С пивом, что ли? Нет? Нет, пустой ящик. А что сюда пустые ящики-то, блядь, приволокли? О, взрывчатка есть. Вот это норм. Вот это норм. А это что? Пустые коробки. Хоть что-нибудь добавили бы. Нет, ребят, тут больше ничего нет. Вот так вот выглядит кратер изнутри. Поэтому, если кто-то хочет спуститься, обязательно спускайтесь. Только, естественно, не на... Можете через пещеру идти, потому что строить это все очень геморройно. Если вы, конечно, задротите Forest, можете сделать такой же проект, как я. Все это спуститься. Ну, даже на спуск у меня ушло время, поэтому... И это не так-то просто, ребят. Не так-то просто все. Естественно, обратную лестницу я уже в другой день строил, потому что... Там надо думать, как делать, чтобы не оказаться в тупике, и уже не знаешь, как выбраться отсюда. Ребят, я бы сейчас прошел бы с удовольствием просто через пещеру вот здесь вот. Но у меня нет акваланга. Я там просто застреваю на одном месте, и мне надо плыть, а у меня просто нет возможности плыть. Смотрите, дверь открывается. Давай, Сим-Сим. Что за нахер? Сим-Сим, откройся, ты открывалась всегда. Как там было? А, во. Во, ёпты, блядь, нас встречают. Я же говорю, открывается. Так, если у меня память просто не изменяет, здесь, вот будто я, кстати, свет здесь проводил, потому что здесь без света вообще обосраться. Шучу, конечно, здесь играть не особо страшно. Но все равно. Нихера себе, как-то что-то стрёмно. Так сказал, не страшно. Что-то стрёмно, ребят. Да нет, просто тут мутант, а мы против мутанта не особо сильны. И выходит отсюда, если... Так, сколько у нас вообще пещер-то? 12 или 14? По-моему, 14 отсюда выходит. Здесь вот, кстати, вот такая огромная площадка есть. И здесь будет стоять мутант, можно его троллить, кстати. Вот так вот все это, ребят, выглядит. Вниз я туда, естественно, спускаться не буду, потому что... Хотя вон есть веревки. Но здесь большая, огромная лужа. Возможно, с этой лужи тоже можно выплыть туда, в кратер. Но я говорю, не могу проверить, ребята. Нет ребризера. Я что-то забыл, где он находится, ребят. Можете написать в комментариях, подсказать. Потому что я уже обыскал все пещеры. Ну, не все, конечно, но множество пещер. Не могу найти этот гребаный ребризер. У меня есть акваланги, просто миллиард штук. Также на нашей лодке они спавнятся. Кстати, вот есть колчан, что ли. Что это такое? О, колчан для стрел какой-то. Так что вот такие дела, ребят. Вернусь я уже без записи к своему дому и там уже сохранюсь. А на этом я запись закончу. И мы увидимся с вами в новой серии Фореста. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока-пока, ребят.